Сегодня на улице Метелева появился дорожный знак «Ведутся работы». Здесь уже сняли люки и решетки ливневок, подготовили дорогу к засыпке щебнем. А дальше вверх по улице уже работает тяжелая техника. Как рассказали рабочие, уже завтра здесь начнут укладывать свежий асфальт. Отмечу, что этот отрезок улицы Метелева, который ведет к целому новому микрорайону, в таком плачевном состоянии уже давно. Здесь у исследовательского института конечная остановка общественного транспорта, и дальше автобус не идет из-за плохой дороги. Кстати, улицу ремонтируют за средства застройщиков, которые здесь возводили дома и, по мнению администрации Хостинского района, теперь должны собственными силами восстановить полотно. Впоследствии, возможно, благодаря новой дороге продлят маршрут 94-го автобуса, единственного, который идет в микрорайон. Когда закончат ремонтировать дорогу, пока не сообщают.